Доброе утро. Сейчас разогрела блины Полине. Я попью кофе и быстро побегу сейчас на работу. Мне в 5:30 ключи привезли от квартиры. И там заселение в час, поэтому сейчас сгоняю, посмотрю, чтобы там было чисто, поменяю постель. И, наверное, приеду домой сразу же, потому что квартир больше нету сегодня. Все, квартира готова. Тут только переночевали и постель даже не застилала, потому что приедет хозяйка сама уже, это все застелит. Сейчас выключу свет. И все, домой. Иду сейчас, короче, на рынок посмотреть обувь. Зашла, купила себе еще юбку и две майки. И хочу еще посмотреть, почем фрукты. Может, что-нибудь куплю. Короче, я уже дома, ничего по дороге не снимала, потому что батарея садится у меня. Короче, купила Полине йогурт. Вот такой вот один. Это себе на вечер. Бедро куриное. Сейчас, может, какую пюрешку замочу или картошку пожарю в духовке. Не знаю, пока еще не придумала. Так, дальше лук. Семечки соленые. Полине еще один вот такой вот йогурт. Только другое наполнение этих вкусняшек. И вот такой вот йогурт Денису. Купила себе, значит, майку. Вот такую вот. Розовая. И тут какие-то буквы, фиг его знает. Какая-то недорогая была, поэтому, думаю, возьму. Еще вот такую майку. Короче, тоже какие-то надписи там. Вот, какие-то копеечные были. В итоге, смотрю, более-менее можно брать. Вот. И давно искала... Вот такую вот юбку, типа спортивная, типа тенниска или как их там называют. Короче, обычная черная юбка, но здесь шортики. Вот. Ну, типа шорты и все. Ходи, что хочешь, делай. Блин, и пофиг, что она поднимется. Как-нибудь потом надену, покажу. Вот, сейчас это все поубираем. Значит, на рынке еще купила... Килограмм клубники, 5 рублей за нее отдала. Она очень красивенькая, но на видео какая-то не особо красивенькая. Так, 5 рублей за нее и 12 рублей отдала за килограмм черешни. Сейчас тоже помою, будем кушать это все. Вот, это значит поубираю, сейчас намою черешню, намою клубнику, дам Полине, она пойдет на улицу, а я буду чистить картошку и, наверное, все-таки запеку в духовке. Вот, помыла, короче, ей, значит, красотищу вот эту. Сейчас будет кушать. Класс. И я сейчас себе тоже помою. Пробуй. Сладкая? А клубника нравится? Вкусненько? Все, уже скоро будет много клубники, будем покупать часто. Да? Мне клубника больше всех надо. Как папа. Вся в папу. Наоборот. Не, наоборот. Я лучше черешни много съем. Ну как? Вкусно. Очень? Точно. Взяла один такой, второй такой. Потом выберешь какой. Один оставишь на вечер, а второй теперь. Ну ты ж явно теперь есть не будешь, или будешь? Капец. А этот вечером. Боже. Какая разница, какой ложкой есть? Это огромная, а тебе хоть поменьше. Все? Иди под баню. Около бани там сядь, ешь. Зачем? На улицу иди. Начистила, значит, картошку сверху, покрошила лучок и вот так вот разложила бедро куриное. Вообще, я уже как-то пробовала так сделать. Очень вкусно, кстати, получается. И одновременно все запекается. Пока это будет готовиться, как раз до Дениса прихода, часа полтора где-то. Ну вот, может, чуть больше даже. Все вот это вот будет готовиться. А я буду параллельно дома убирать. Вынесу мусор. Хочу перемыть посуду, потому что скоро будут банщики. И будет меньше напор. Поэтому скоро воды не будет. Ну, как бы она будет, но там такой напор, что даже посуду не поможешь. И у меня стиралка сейчас стирает еще параллельно.
хочу пропшикать немножко цветы. Вот тут Дениса вещи остались. Сейчас придет, будут переодеваться. Вот, пропшикаю, короче, цветочки, потому что у нас так жарко довольно-таки, поэтому... Фух, надо постоянно их немного освежать. Но листики все равно лезут, поэтому поприживались, нормально так. Наращивают уже новую листву, что эти, что те, как бы нормально. Только те стоят вон дохленькие, но все равно как-то стараются. Вот, врубила сейчас вентилятор, это хоть хорошо, как зашибись. Вот, ну и тут у меня уже стирка достирывается. Полина на улице. Сейчас помою клубнику, тоже поем. И что ты делаешь? Юбка вся, вон, смотри, по песку. У меня уже тут практически все готово. Курица тоже все, вот. Пипец. Сделала. Картошка тоже готова. Банки. Мишка. Слишком сильно нагрел воду. Банка лопнула. Все, запекла, значит, картошку с курицей. Еще он до сих пор даже все шкварчит, только что достала. Вот, и через 5 минут уже приедет Денис. Вот так вот я всегда как-то, я не знаю, каким-то образом успеваю прям к приходу сделать горячее. Вот, а потом уже на вечер у меня семечки. Вот, черешню я свою уже почти доела. Это стоит еще Полинина порция на вечер. И у Дениса там тоже я ему поставила. Вот, каждому понемножку. Вот, поэтому сейчас будем кушать. Вот, кстати, моя майка. Вот, и юбочка. Вот, короче, вот такая вот она. Свободная довольно-таки. И здесь... Сделано вот так вот шортами. Вообще классно, удобно. Полина снова зеркало замазала. Все в следах ее. Ну, короче, напялила. Пока по дому хожу. Вообще супер. Так а зачем тогда я выпустила ее? Где она? Есть там? Есть! Ну, я говорю, она в шуфляде спит. Все, Полина, уже поздно. 9:10. Быстро. Чистить зубы и ложиться спать. Это дом, да, мама? Ага, быстро. 5 квартир у меня вроде как завтра, да? Пипец. Это поиграю, мама? Это поиграю? Сегодня почитали, дома поубирали, покушали. Ну, короче, телек смотрим. А я помыла волосы и сейчас буду монтировать видео и загружать. Это так у нас банщики отдыхают, аж пол гудит.